В Донецк и Луганск сегодня доставили гуманитарную помощь из России. Грузовики сразу после прохождения необходимых процедур на границе отправились на склады. И после разгрузки машины вернутся обратно в Ростовскую область. В основном в этот раз привезли продукты питания. Их раздадут адресно самым нуждающимся, а также отправят в социальные учреждения, интернаты, дома престарелых. Как сообщили в нашем МЧС, уже готовится к отправке новогодняя колонна с подарками для детей.